Лазиз Хон, чемпион мира по греко-римской борьбе среди молодежи. Один из самых интересных проспектов, наверное, в этой весовой категории Средней Азии. Вылетают ноги. Потрясен, по всей видимости, узбека. Пошел в ноги. Прихватил короткий правый удар от Джохара из Киева. Защищается пока из Киев. Буквально из ниоткуда выбросил ногу с разворота. Опять пошел бороться. Останавливает еще одну попытку. В защите. Пытался сейчас провести бросок. Обрати внимание, узбеков. На выходе. Будет ли нокаут? Пошел туда срочить из Киева. Включается просто из Киева. Забирает спину. Что произошло? Нужно восстанавливаться. Лазиз Хону. Потряс ударом, да. И здесь, конечно же. Берет фулмаут. Вот это да. 3 минуты еще впереди. Ну и да, вот что за физуха. Восстановился, по всей видимости, Лазиз Хон. Сам пытается провести тайкаут. Голову. Да, чисто такая греко-римская штучка, прихватывать за голову, бросать. Но в ММА это не работает. Немножко нужно модифицировать. В любом случае, корни дают о себе знать. Знаешь, да, старые привычки уходят очень долго. Сдалека выбрасывает. Да, все-таки размах рук не дает возможности Лазиз Хону наносить удар именно с дистанции. Теперь Узбека попадает. Отмахивается сразу Джохар. Как все поменялось. Отбегаться. Здесь главное Узбекову теперь не суетиться. Удар слева. Также был нанесен точно. Валидорный поединок мы с тобой наблюдаем. Станет следующим претендентом и как раз за нокаут. Ладно, об этом чуть попозже. Прямо сейчас возвращаемся в октагон. Из Киев Узбеков. А здесь он работает своей дистанции. И сразу же, выход после атаки. Лазиз Хон же, исходя из своей антропометрии, работает вторым номером, что в целом ему не нужно. Стойки все-таки поразнообразнее смотрится из Киев. Удар в па. Ай-яй-яй. Сильно сдалека бросается. Из Киев это все видит. И расстреливает одиночными ударами. Нужно что-то менять. Да, бить с ног. С разножки пошел. Отличная была задумка. Очень мало точных попаданий в этом раунде. Но все же, да, как ты и говорил, не заходит в ближнюю дистанцию. И сам ее же от нее убегает. Да, лоу-кик. Вот здесь, кажется, нужно было бороться. Взрыв от него в третьем раунде. О, попадает. Попал сейчас справа. Апперкотом. Точный удар от Лазиз Хона за весь второй раунд. Поджимает. Да, нужен и постоянный концовка. Прессинг. Давка нужна, давление нужно. И сечка. Небольшая сечка у Джохара. Для него главное сейчас выиграть для из Киева. Минимум риска. Максимум работы с его стороны. С разножкой. Еще раз. Вот, наконец-то, что и должен делать Узбеков, но отбился. Просто отбился, да? Да, он последующий. А вот здесь вот, вот видишь, бросил, вот он, пошел. Да. Взял ножку, отлично, нужно работать. Вот понимает. Сейчас шанс для Узбекова. Понимает он все. Изменить это. Весь поединок. Что творит из Киев? Хеликоптер. Да, еще раз. И отлично сейчас вышел. Нету контроля в партере, просто шикарно отработал этот эпизод из Киева. Знаешь, было бы еще круче, если бы он вышел еще бы на армбар. Да, но там не хватало немножко контроля кисти. И не пытается даже что-то делать. Есть попадание, чистый. Хайкик. Минута. Выбрасывает опять тот самый оверхенд. Да, пошел в ноги, но... Шикарно просто опять отработал Джохар из Киева. До окончания раунда. Попал, донес вот, да, этот вот так вот нужно было делать. Потрясен! Джохар, 10 секунд остается. Зачем он смотрит на время все время? Не понимаю, не отвлекайся. Ему нужно отбегать. Идет Джохару нужно сейчас. Концовку все-таки испортил. Лазиз Хон Узбеков сказал свое последнее слово.
Winner by is fighter of the red corner, Johar! Yay!